Ой, фу! Лето! Брекет отпал вместе с зубом. Ой, фу! Заусенка! Нет! О, нет! Это такая заусенница! Ой, нет! Ребята, зафоткай меня, дружище, окей, на? У нее там дырка под языком. Ребята, надеваешь кроссовочки. И собрался идти в школу. А сверху носочки, все как надо. И пошел в туалет, сходил. Помазал кленовым сиропом оладушек, отрезал маслице, съел маслице, взял кленовый сироп, налил на руку, попил, размазал и сел играть в PlayStation. Все! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Вся боль в одном видео. Самые неприятные и противные вещи, которые только могут произойти. А вы напишите, кто из нас больше рассказал фу и сколько раз ты. Ну что, поехали? Оу, нет, только не мизинцем. Блин, ребята, у кого такая ситуация была, когда иголочку не можешь поднять, а и ниточку просунуть в ушко? Это вообще супер, миссия невыполнима. Линеечка. Карточку. Когда что-то ешь и достаешь длинный такой волос. Ребята, макаешь печенька в кофе или в чаечек. И печенька... Ой, нет! Ребята, зафоткай меня, дружище. Окей, на? У кого такое было? Когда телефон прям на нос падает. Со сковородочки выбрасываешь кусочек и мимо стола. А кому предлагают в гугле ввести капчу? Несешь кофе, горячий кипяток и разливаешь. Клоуна-но, на самом интересном месте тебе предлагают посмотреть рекламу или зависает компьютер. Локтем! Об стенку. Yes. Кушаешь арбузик. Ой, фу! Это так отвратительно. Это называется, когда в холодильнике нечего кушать. Наливаешь себе чаечек и обязательно... бумажечка с пакетика падает, ложечка, друзья, йогурт, постоянно у меня такое, выбрасываешь в мусор, но не то, что нужно, стираешь, у меня не стираешь и стираешь настолько грязно, что опять, шнурок, блин, падают ключи, упало, очки, все на свете попадало, так, и что, что в туалете, бумага кончилась? Тебе тоже приспичило, прям тогда же, когда и зашел кто-то рядом с тобой. Так, гуляем. Бздынь. Ребята, смотреть под ноги надо всегда, когда гуляешь. Поднимаешься по эскалатору, и где-то возникает очень низкий потолок. Ну, ребята, вам, наверное, это не знакомо, это только высоким людям. Так, что случилось? Ага. Кто-то позвонил или что? А, погода. Все, короче, рабочие дни, солнечно, все. На Friday набегает тучка. И, друзья, суббота, воскресенье, дождь с грозой. Ребята, по-моему, это фу. Как вы считаете, это очень несправедливо. Очень неприятно. Серьезно? Да ну нафиг. Смотрим дальше. Какое фу тебе сегодня понравится больше, напиши нам. Так, что здесь? Опять? А, шел по ванне. В носке вступил на мокрое. Причем это даже не вода. Это кот сделал. Котик сделал лужу. Так, играешь, не играешь, что пишешь? Пишешь в чате, друзья. Написал кому-то в чате и очень ждешь ответ. Тебе написано, что твоя девушка тебе печатает сообщение. Она тебе печатает, печатает, долго печатает, минуту, две, три, все это печатает. Ты думаешь, там нифига себе, сейчас будет сочинение на пол листа, уже время, уже спать пора, уже. И тут она тебе присылает. Окей, чё? Я так долго ждал. О, нет! Все, прощай, наша встреча была ошибкой. Так, ребята, у кого такая ситуация? У меня постоянно, когда заканчивается зубная паста, и не можешь выдавить, а новой нету, и пытаешься последние капельки с этой, друзья, выдавить, скручиваешь ее, закручиваешь. Друзья, у кого подобные ситуации были, и у кого самое что-нибудь мерзкое и неприятное происходило? Принес я тебе покушать, и что? Ты трогаешь, а тарелка кипяток? Или что? Я не понял. Да. Так, когда ты возле закрытой душевой кабинки собрался умыться, и тебе кажется, что за тобой кто-то наблюдает, и ты хочешь отвернуть, но тебе очень сыкотно. А,
Там никого нету. Фух! Вот это слава я. Богу! Жесть! Вот это я. Вот это я, блин, параноик. Ладно, все, умоемся. Когда не подходит зарядка, потому что не можешь вслепую попасть в гнездо. На нервы действует очень сильно. Ребята, ну он когда-нибудь попадет. Попал! Наконец-то, друзья, попал! Не прошло и полгода. Зажегся телефон. Так, наливаешь сок. И, ребята, сок начинает булькать. Лето! Жесть. Не можешь найти, где вход. Дверь закрыта, и нету ни одной ручки дверной. Потому что вход рядом, друзья. Не сдавайтесь. Заусенка! Нет! Капец. Так, собрался на работу или куда там на учебу. Взял с собой все. А телефон на последнем шпунтике зарядки. Так бывает. Так, ага. Приколы наши, боль в ТикТоке. Так, мальчик разувается, заходит. И что, на чердак? Нет! Ой, фу! Ребята! Смотри, оно аж встряло! Мамочки! О, нет! Это такая заусенница! Жестяк! Пришла мама, меня позвала, а я в это время уже вообще без кожи. Так, тренажерки! Ай, пальцы! Так, нарезаем яблочко, вырезаем косточки, все хвостики, все козюлечки, все на свете. И берем другое яблочко и начинаем кушать. В чем прикол? Парень приготовил себе яишенку, посмотрите, какая нямка. Так, положил на тарелочку, отложил в сторону, взял яйцо и съел! Капец. Это когда в колготках заснула на пляже, ребята, в июле месяце. Посмотрите, что происходит. Ой, фу! Там... кольцо? Или что это в глазу, Лера? Что это такое? Застряло. Так, решил позаниматься штангой. Поставил телефончик им, а в штангу бздынь такой. Вверх и вниз стаканы перепутал. Надо неправильно, неправильно не наливать. Надо стаканчик повернуть, ребята, ржака вообще. Воу. У кого волосатые ноги, друзья, скатываешь вот такую катышку, пока человек спит, или, допустим, его ждет, и потом отрываешь! Нес доставка еды! Собирай с пола, что ты стоишь, ребята! Капец, это провал, это могила написано. Хана тебе. Так, что у девочки у нашей случилось? Ой, фу! У нее там дырка под языком. Ребята, я никогда не буду... А что случилось? Она бампер оторвала? Не надо нам в низких машинах прыгать по бордюрчикам. Бампер это... Ой, смотри, кошак пришел. Вай, Барсик, ты пришел домой? Да! У кого такое было, когда впереди вас очень-очень медленно кто-то идет? И ты его догоняешь тележечкой и вконтакиваешь. Все нормально. Ой, фу! Брекет отпал вместе с зубом. О, хочешь, Лера, такие наушники? Вообще, это прям сразу вставляешь в ухо, и звук пропадает навсегда. Друзья, кончиков, я не знаю, наверное, килограмм 10 кто-то рассыпал по асфальту, как жалко. Когда проверяешь, готовы ли сливки. Ой. А это воск? Фу, нет. Друзья. Это какая-то косметика или что это такое? Так, приготовился записывать ТикТок и наступаешь на какую-то кнопку или что-то острое. Так, водичка не той стороной, это нормально. Покушал мандаринку с кожурой, выплюнул, фу, и в голову. Надеваешь кроссовочки и собрался идти в школу. А сверху носочки, все как надо. И пошел в туалет, сходил. Мусой. Помазал кленовым сиропом оладушек, отрезал маслице, съел маслице, взял кленовый сироп, налил на руку, попил, размазал и сел играть в PlayStation. Все как надо, друзья. Всегда так делайте. Вредные советы от Валеришка Геймс. О, смотрите, какая открывашка, классная собачка. Ха, надо и мне попробовать. Шарик, а ну иди сюда. А, нет! Не-не-не-не-не! Хозяин, не вздумай! О, ребята. Намочил рукав, что ли? Бульк, нет! Утопил телефон. Друзья, а это когда наступил на наушники? А, это когда кто-то отгрыз провод. Ребята, у кого из дома хомяки, мышки или кошечки, которые любят грызть провода? Так, натираешь сырочек на терочке. Интересно, какое здесь будет фу. Я аж прямо представляю. Ногтем, наверное. Рукой. Фу, друзья.
Это прям очень отвратительно. О, нет. Примерчик нужно решить. И перестает резко писать ручка. Прям вообще не пишет. А ты на контрольной, а запасной ручки нету. А попросить не у кого. И ты изрываешь в клочья лист. И потом она вдруг начинает писать. Ребята. Выпал сборчик. Так, Nintendo. Ага. Важный момент. И экран уезжает с под ног. Так, что это такое? А, это приколы с телефоном. Зависание. Ошибка. Так, чай! Кипяток! Ребята, жестяк. Зарядка на нуле. Йогурт. Нет интернета. Скотч! Нет интернета. Треугольник, ого, ничего себе. Отчет об ошибке. Завис ноутбук. Чай на клавиатуру мизинцем об стол. Ребята, ручка не пишет. Грязь. Срать, ограниченный доступ. Не можете спать, пока рядом есть монстры. Запутанные наушники. Алмазная кирка в лаву улетела. Или что там было? Робот. Лего! Нет! Ложка упала. В суп, телефон. Ложка, телефон, паста кончилась. Авторизируйтесь через ВК. 6 часов утра вставать надо. Крипер в Майнкрафте тебя нашел. Реклама. И... 3, 2, 1. Раз, два. У него ноутбук. Трансформер, планшет. Вот тебе мочалка. Не планирую. Одна таблетка? С одной таблетки? Может, это не просто вода? А ну, смотрим. Обалдеть! Это треснул, сколько он еще выдержит? 3, 2, 1. В камере? Да, его что-то закрыли. Полицейский? Не знаю. Как он это сделал? Голый вылез. А ты подписался? Нет еще? Подпишись, пожалуйста. Жми на красную кнопочку и на колокольчик. Спасибо. Сегодня у нас новые лайфхаки и фокусы. Всем привет, друзья. В нашем канале Мишка Геймс. Сегодня очередной челлендж. Попробуй не скажи вау. Напишите нам, кто сегодня проиграл. Нет, но я точно сегодня буду держаться. Все, ребята, мама проиграет. Она сказала. Все, поехали. Ну за что? Да. Ой, что это у нас такое? Дженга-дженга они играют, смотрите. О, подождите, они что-то выстроили. Вань, как оно стоит? Пирамида! Это пирамида из Джинга-Джинга! Ты что, достанешь сейчас? Как? Нет! Вау! Этого не может быть! Это у картона! Фокус рассекретили, ребята! Ну я реально поверила! Ой! Опчхи! Собакой стал! Вау! Как это? Мама сказала! Блин, вы видели? Это вообще было круто! Подождите, это телефон! На телефоне что-то выбрал? Как? Как это возможно? Это был не настоящий, походу, телефон? Алло! Классно! Так, у него ноутбук. Трансформер, планшет. Подождите! Вот это! Как это возможно? Так, он рисует синяк, походу, да? Он рисует себе что-то зеленым глаза какие-то. Интересно, что он будет делать? Ребята, напишите, кто из нас сегодня больше рассказал это слово. Подождите, он взял себе очки, может быть? Как вы думаете? Да! Мама угадала! Класс! Экран разбил! Смотри! Обалдеть! Вода пошла! Буковки все! Ребята, это мега круто! Очень крутые фокусы! Обалдеть! Так, он что-то делает. О, подождите, как он в компьютер наливает! Смотри! Класс! Тик-так! Круто! Обалдеть! Ребята, наш очередной эксперимент! Кока-кола и Ментос? Да! Но не просто, ребята, в этот раз три составляющих! Это очень крутой эксперимент. Сейчас мы посмотрим, что будет. Так, ведро Ментоса. О, сколько Ментоса. Обалдеть. Лера, ты бы ела, не переела. Слушайте. Ребята, кто любит Ментос, ставьте лайк. Кто не любит Ментос. Так, наполняем одну половинку Ментоса. Вторая Кока-Кола. А интересно, что будет в третьей половинке? Давайте будем смотреть. Не знаю. Ребята, мы, надеюсь, выдержим и не скажем это слово. А, круто. Гляньте, какая она классная. Мне кажется, мама или папа скажет. Секретный ингредиент. Желе? Что это, ребята? Что это может быть? Подождите. Сода, соль, сахар, мука. А, мне кажется, сода. Ребята, напишите, что это такое. Как вы думаете? Ну, реакцию что может дать? Я думаю, что сода. Причем совсем немного насыпали, смотрите. Ребята, что будет? Мне кажется, сейчас такой эффект будет сумасшедший. Ну! 3, 2, 1. Раз, два. Ну! Вау, это вообще было
очень круто. Мне кажется, это сода. Сода дала эффект. Круто, ребята, вы вот видели? Вот человек прям вовремя отбежал. А, удрал. Ребята, мне кажется, мы все вместе сказали, да? А, я не говорю. А, я говорила. Блин. Ребята нам напишут. Да. Но кто-нибудь еще... Сегодня, ребята, должна проиграть мама. Почему очень это классно. Мама? Ребята, это невероятно. Это очень круто. Это какая реакция должна быть? Реально, оно прям хлопьями, пенами сваливается. Я такого еще не видела, вот если честно. Вот что осталось. Если тебе понравилось, ставь лайк, это круто. Очень классно. Яйца! Яйца! Мальчик проходит мимо девочки. Хочет познакомиться как-то? О, с токсиколой. Подождите, как это? Вау! Мой девочник другой. С рекламы. А, он как будто с рекламы вышел. Класс! Как он это сделал? Угостил ее токсиколой. Не, ну конечно, крутой вообще. Бассейн. Так, он снял штаны, снял шорты. Ребята, а наш следующий лайфхак, как обычно, девочка, две сестры, да? Получила смс-очку какую-то. День рождения Джакоба. А, день рождения, она что, забыла? Что же придумать, они две, походу, забыли, это их одноклассники. Мочалку? Я не хочу на день рождения мочалку. Кто хочет? Нет. Ребята, сейчас они сделают крутой пранк, наверное, смотрите. Берем мочалку, крем. Подождите. А, типа пирожное, что ли? Они ему делают пирожное? Нет, это жестоко, на день рождения такое пирожное. А сколько раз он над ними прикалывался, ребята, кто смотрел наши предыдущие серии, помните? Не, ну он, да, он, конечно, издевался. И свечечку. Ну, блин. Мочалку. Привет, с днем рождения! Вот тебе колпачок и вот тебе тортик. Блин, крутой тортик. Ой, мило, сейчас кушаю. Спасибо большое, так неожиданно. Ну вот они дают. Нет! Вот тебе мочалка. Ну, девчонки, испортили день рождения. Очень злой. А, вот настоящий тортик. Короче, они решили злодить мил, типа мы пошутили, вот тебе настоящий тортик, кушай. Надеюсь, он не с мочалкой, мы не знаем, давай посмотрим. Сейчас, мне кажется, он что-то бы сделал. Мальчик проспал. Вы что, когда не просыпали в школу? Включил экран. Так, во что одеться? Да ладно, вы что, шутите? Круто, лянь. Обалдеть, гляньте, как он делает. Обалдеть, вау. Папа сказал. Обалдеть, ребят, вы это видели? Пошел, короче, на занятия. Ребята, круто, через нарисованную дверь. Я тоже так хочу. Так, наливает? Насыпает, наливает, или он что сделал? Обалдеть, он за полсекунды сделал себе кофе. И трубочку. Красавчик. Я тоже так хочу. Да? Как он веселит? Ребята, что за фокусы? Круто. Лень, класс. Очередной. Ну следующий, что? Ребята, наш эксперимент, смотрим внимательно. 3 миллиарда ментоса. Неужели опять будет такая же красота? Так, давайте посмотрим, должно быть очень интересно. Так, достаем ментос в каждой упаковочке. Много. Какая она же залипательная эта штучка, да. Когда... Да, когда достаем. Ментоса много, ребята. Еще не испорченный кока-колой. Так, много сделали. Так, что же они делают? Картонку? Основание для чего-то. Это какой-то лайфхак или эксперимент, что это будет? Давайте посмотрим. Ух ты, прикольно. Лёнь, как ты сказал? Так, они делают... Что они? Что я сказал, они, не говорил. Они что, внутрь будут... Вулкан! А, точно, вулкан! Они вулкан делают! Смотрите, как много ментоса и кола внутри. Замуровали колу. Класс! Ментоса. А как они крышку откроют? Они хоть успеют открыть? Как классно, ребята! Лёнь, как красиво! Ну что, будут они его запускать? Открывайте! Они же должны ментос туда еще положить. А он будет реакция, наверное, как-то. Как они планируют? Вовнутрь, внутрь, да. Они склеены крышкой. Уже склеены ментос. Закидывай. Тикай. Вулкан. А что, она не сработала? Прикиньте, как обидно. Они столько выклеивали. Да, как же мне жалко. Зато смотри, как извержение выглядит. Очень реалистично, ребята, получилось, классно. Как вулканчик из колы. Ребята, кто делал эксперименты кока-колы с ментосом? Напишите нам. А, классно. Что получилось? Ну, я, если честно, думала, она пойдет больше реакции. Я думала, она прям вверх. Да, я тоже надеялась, что она сработает. Лайк. Лайкосик для них обязательно. Ну так, что дальше? Следующий пробуем. Колы это с ментосом. Это что-то будет необычное, давайте посмотрим. Так, давай посмотрим, как они добавят сейчас ментос. И кока-колу просто а воду. Вода.
Как они планируют? Одна таблетка? С одной таблетки? Может, это не просто вода? А ну, смотрим. Да ладно! Ого, это за вода! Выпулилась! Круто! Вот, она улетела за 3 недели! Получается, вода сработала как толчок, дала. Как сопротивление бутылки. Обалдеть! Она улетела за 3 года! Да ладно! Гляньте, как высоко! Очень высоко! Вообще! Хорошо, хоть рядом машина не была чужая. На площадке, на самом. Да. Не, ну это очень круто. Я не ожидала, вот честно. Она такая... Что это? А это медленный пресс, который давит арбуз. Давайте посмотрим, сколько сможет выдержать арбуз под гидравлическим прессом. Ну, давит. Он держится. Держится. Смотрите, держится. Гляньте, он уже овальный. Да. Он овальный, но он не лопается. Он сок. Пошло, пошло. Где-то он треснул, ребята. А, смотрите. Он где-то треснул. Сколько он еще выдержит? 3, 2, 1. Глянь, он не лопается. Да. Ничего себе. Вот. Все, пошел, пошел. Вот он, глянь. Ой, Валерий сказал, и папа сказал, у меня есть шанс выиграть сегодня. Нет. Ребята, напишите, сколько раз мама сегодня проиграла. Ну вот. О, фокус. Привет. Опля. И я прилял. Как он это делает? Обалденный фокус. Так, его закрыли в камере. Да, его что-то закрыли. Он не знает. Как он это сделал? Голый вылез. Ой, хоть я пошел. Погнали. Вау, обалдеть! Собачка? Это булочка-собачка! Ой, фу! Вот, 2 пузыря! Вау! Яички положил! Дынь-дынь-дынь! Вау! Что? Ух ты! Во-го-го! Обалдеть! Я уже, у меня сил вау говорить нету, ребята! Вот это сил! Настоящее! Вау! Круто! Это получается с молока вот этот верхний слой зеркала. Обалдеть! Посмотри, все крутится и не падает! Ребята! Лера, надо прекращать говорить вау, а то мы проиграем всем на свете. На сегодняшнее видео можно смотреть бесконечно! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые залипательные видео, всем привет, шампиан, вишкадец. Напишите нам, кто из нас больше рассказал вау. Или заснул, друзья, и сколько раз ты. Ну что, поехали, ни разу не вау. И не спим. Начинаем. Так, дети. Всем классом, Лера, посмотри, круто. Тут, видела? Вау, выдавливают слюни. Какие-то макарошки. Глянь, как залипательно, друзья. Это что? Сегодня самые залипательные, расслабляющие видео. Смотрите, как мусор убирают. Специально это ли пылесос? Или что это такое? Круто, а куда он всасывает? Вау! Вот это здорово, парень. Обалдеть! Как? И потом такой прыгает. О, круто, лошадки. Лера не залипает? Там не сильно, друзья. Нам залипать нельзя, Лера. Будите Леру, ребята. Вау. Сердечки. Это что, порох? Это, видимо, какая-то мазут или... Обалдеть. Это, ребята, огромный мыльный пузырь. Мальчик, смотри, руки сложил. Боится! Страшно! Что же буду делать? Господи, спаси, мама! Ребята, кладут пол. Класс! Вот это здорово! Залипательно! Прям в пазики! Мед! Посмотрите, какой! Реально, пчелы в улее. Шнурки. Ух ты! Воу! Бабочка. Как шнурки завязать бабочкой? Друзья, кто из нас сегодня 100-500 раз больше сказал вау? И сколько раз ты? Погнали. Я пока 102. Выравнивают стену. Смотрите, просто штукатурят, закладывают раствором. Красят доску для мебели. Круто. Ребята, на сегодняшнее видео можно смотреть бесконечно. В замедленной съемке. Смотрите, птица купается. Лера, это птица, это не ты.
Как чистить яйца? Автоматический яйцечистилка. Видела, Лера? Не дочистил. Круто, чуть-чуть один. Ух ты, фига себе. Как он тут? А что это такое? Стулья, табуретки раскручивают, и они крутятся, не падая. Жесть. Вот еще один, смотри, фокусник. Сейчас упадет. Не, вау, не падает. Посмотри, все крутится и не падает. Это крутящая штука. Обалдеть. Ой, господи. Смотрите, специальным препаратом разрезает картон на определенные формы. Я не понимаю. Ребята, это класс. Щетки. Это зубные щетки. Так делаются. Друзья, поддержите лайком эту серию. Если вам нравится, ребята, мы с Лерой вообще залипаем. Так делается вот этот, друзья, сыр-косичка. Кто видел в магазинах, вот как он производится, как вот он отрезается на матку. Красят. Бордюр. Ровненько. Вау. Лера с нами, друзья. Лера должна быть с нами. Да, я с вами. Лера должна со мной смотреть залипашки и не залипать. Досточки. Как? Это карандаши, видимо. Это, видимо, просто для карандашей формочки. Туда потом этот стержень ставят, и будут карандаши. Так, лампочка обычная, ну чё. Ох ты! Круто! Пельмехи! Или что это такое? Пельмеш? Я не понял. Тесто какое-то! Друзья, рисунок, давайте смотреть. Ниндзя. Красиво, а чё дым идет везде? Это чё, майонез? Это сыр! Круто! Вырезает из доски. Кружок ровный. А как у него так получается, друзья? Оп. Фига себе. Фига себе. Еще кружок. Ровнейший. Класс. Обалдеть. Матрёхи. Не залипать. Ой, господи, сколько их там. Представь, а как он их все выколупывал, выставлял ровненько. Просто вдумайся, эта девочка. Круто. Матрёха. Обалдеть. Так, смотрим. Опа, опа. Вау. Ух ты! Воу-воу-воу! Ребята! Очень талантливо! Жонглеры! Смотрите, как закладывают плиткой окно. Четко все вырезки сделаны под размер окружности окна. Обалдеть! И маленькими плиточками саму арку. Очень круто! Так делаются декор на штукатурке, посмотрите. Специальный такой шпатель с формочками. Формочки. Смотри дальше. Это тоже, друзья. Кстати, ремонтные видео очень тоже залипательные. Как ровненько положить из пистолета вот этот герметик. Класс, друзья. Обалдеть. Поддержите лайком эту серию. Кто из нас сегодня проиграл, обязательно напишите. Я. Смотрите, друзья. Он сейчас закрашивает, а потом он между кирпичами вымет вот эту зеленую полосу, и они все станут как настоящие. Вау! Круто! Это получается с молока вот этот верхний слой зеркала. Обалдеть! Я сказал вау раз 300, наверное, уже. А я заснула. Ребята, раз 500. Смотрите, путь вообще как в никуда, прям с горы. Ехай на велосипеде и падай. Ух ты! Как? Класс! Как он не падает, ребята? Ниндзя. Очень здорово! Это ниндзя, но в маске! Молодец, пацан! Смотрите, бильярд. Ни одного промаха. Причем он даже белый шар не двигает. Посмотрите, друзья! Он просто подряд все фигачит, куда белый отскочил, оттуда он его и бьет. Ни одного промаха. Круто. Ой, далеко улетел. Нет, он вернулся! Фигась, он как намагниченный, ребята! Супер, супер профессионал. Так делается из квадратного бревна круглое. Таким вот, друзья, нехитрым способом. Яйцо в пельмени или это в сыре? В чем это? Это пирожок с яйцом. Это пельмень или хинкали. Друзья, красота. Смотрите, пока еще сырая глина или что это такое, фарфор. Смотрите, как делают декор на посуде. Друзья, ручная работа. Это вам не из бревна квадратного круглое делать. Это представьте, сколько нужно вот этих пупырок отколупнуть. Капец, таким маленьким-маленьким совочком, пока еще раствор сырой. Круто, Лера, прекрати, не делай так. Я такую хочу мойку.
Смотрите, ребята. Боже, где же он так засвинюкался? Это ж надо было так закакаться. Это он, наверное, кофе разлил. Это, наверное, в болото упал. Смотрите, друзья, это горячее мороженое. Да, Лера, как это называется? Когда вот на таком вот замораживающей поверхности делают мороженое. Сейчас он опустит резко температуру, и оно все замерзает. Это клюквенное. Смотрите, ребята. Вот вам всем детям. Всем детям раздал мороженое. Обалдеть, она мне дал. Так, глянь, сколько их, посмотри. Это какая-то выставка розовых женщин. Что это такое? Ого. Это специальный раствор, который выводит пятна. Он просто все до бела очистил. Да. Как работать уборщицей и уметь очень классную тряпку, друзья. Уборщицам это должно понравиться. Классно собирать воду, сердце из снега. Вау. Обалдеть. Сеть закинь. Лера, вау, смотри, сколько попугаев. Сички! Это как аду. А, я думал, он собирается кормом насыпать. Он, короче, руку подставил, они сели. Кристалл, это алмаз? Большой такой. Друзья, очень круто. Вау. Вау, лестница с подсветкой. Большой. Ребята, Лера, надо прекращать говорить вау, а то мы проиграем всем на свете. Твой ремонт посмотрим. А кому мы еще можем проиграть? Ребятам всем проиграем. Ребята, напишите, кто из вас сколько раз сказал вау. Вау, посмотри, что он делает. Я тоже так хочу. Он реально, смотри, заштукатурил все и потом просто пленку между кирпичиками оторвал. И получились идеально ровные промежутки. Это что, снег? Это дыня? Это что такое за фрукты? Ты что? А что он делает? Это кокос, может быть? Лампочка с кружочком. О! Крутится. Лера, он крутится. Это тесто. Короче, кладут сыр в тесто. Разрезают пирог. Ой, как он дрыкается. Ва, ух ты. Крученый в бильярде, ты видела? Походка Майкла Джексона, ребята. Ля-ля-ля-ля. Обалдеть. У меня сил вау говорить нету, ребята. Вот это серия. Это пельмень с шоколадом? Это вареник с шоколадом? Круто. Стол. Кия! Есть, ага, и обратно. Раскладной стол. Очень удобно, друзья, иметь такой. Вау! А как она идет по воде, друзья? Мыльный пузырь, посмотри! Красиво на вершине горы, солнце палит! Круто! Ребята, это залипашка на елочку, капельки. В замедленной съемке, Лера! Капельки. Капельки. Короче, все не капельки. Это получается наоборот. Это он не смывает грязь, это он наносит. Смотрите, как узоры от мороза. Друзья, или это обратная грязь. Съемка. Посмотрите, возле водопада катер прогулочный. Зима, глянь, какая, Лера. Посмотри, какая зима. Дал бы такую в Америке. Обалдеть. Ой, господи. Как он так все яблочки заживал? Ничего себе. Он одной рукой яйцо вылил в яичницу. Сейчас что-то будет. Сейчас будет вкусняха, друзья. С двух сторон. Что он делает? Обалдеть. Еще один товарищ. Он сейчас зеленое вот это вымет. И останется конкретно вот такие вот кирпичи. Представьте, он уже закончил. Вау, это что, каньон? Обалдеть. Друзья. Лера с нами? Вау. Круто. Тесто! О. Это как слайм! Это слаймик с пузырями! Это слайм! Он хочет пузыри! Ой, лопнул! Ляп. Вот, два пузыря! Хм. Вау! Яички положил! Дынь-дынь-дынь! Круто! Играется! Ребята, это круто! Заливает! Смотрите, жидкий металл! И сейчас он приобретет форму! Вот он охлаждает холодной водой. И смотрите, закаленный кусок железа вот такой получился. Что это, собачка? Это булочка-собачка! Ой, фу! Сгущенка с попы! Друзья, вот это круто! Друзья, кто из нас сегодня больше сказал вау? Сколько раз ты, кто больше раз залип? Поддержите лайком эту серию, смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Макс, Сим, Плей и Геймс. Везде новые видео. Подписывайтесь и жмите колокольчик, ведь мы все стараемся только для вас. Потому что у нас кто? Самый лучший! Мы всех очень-очень любим. Всем пока!